have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Пойдем сегодня с вами в Horrific Housing. Что-то мы давненько сюда не заходили. Тут интересно, тут прикольно, тут классно. А, собственно, почему бы нам не побегать? Там где интересно, прикольно и классно. Мне, кстати, Mazda красная. Зачем ты? Что ты сделал? А, ох. Ты явно что-то нюхал. О, Лайн. Вот, ладно, по-моему, я за Лайн голосовал, но... Я голосовал. Блин, вроде Новый, это вроде Рождество, Новый год уже закончилось, а у меня все еще... И у меня все еще, я даже не собираюсь убирать, мне хорошо. Мне прям нормально. Я вообще ледниковый период. Библиотека, плойка. Библиотека. О! Я хотел сказать, я что, теперь ниже прыгать стал, чем обычно, но нет, нормально. Эй, это, хочешь фокус, хочешь фокус? Фокус, давай. Смотри. Я, видишь, я, что я... Зачем? Погоди, я птица? Ты мне, что я сделал? Кто я? Что ты? Нифига себе, я переродился. Потому что это Феникс. У тебя была возможность Феникса? Да, походу. Зачем ты ее просто слил? Я не знаю, у меня было интересно, что я такое, это... я такого никогда не видел. Горящий нос. Котонос, горящий нос. Так, посмотрим, да. Блин, я постоянно в этом режиме постоянно не успеваю читать, что там сверху пишут, потому что оно где-то там далеко и сверху. Вот тут вирус. Так, ладно. Чё, блин, ты не хочешь, я зомби. Глаз, глаз! Ай, блин, больно. Я заразил уже 500 человек. Где мой дом? Зачем тебе? У меня еще дом развалился. Ну, может быть. Я из-за того, что типа умер, мой дом испарился из-за этого, прикинь. Блин, это печально. Никто не знает, где. А что за облако? Что оно делает? Какое нафиг облако? А, это у тебя Новый год. А, ладно, меня устраивает. Меня никто никогда не найдет. Я все в доме, меня никто не найдет, потому что все круто. Ну ладно. Я зомби, что мне угрожает? Я уже один раз умер. Что? Нет, мой дом испарился! Блин, я чуть не сдох. Что? Да, живите до конца раунда и выиграйте. Да! Что? Какого? Нет, так нельзя. Да! Вот, ты получил бейдж-мастер, у тебя вроде должен... О, Бриджес? Мосики? Я не проголосовал, я просто закрыл Найн. Нэш Бриджес. Там резко те, кто сейчас вспомнили, кто такой Нэш Бриджес, такие причесали расчесочкой свои седину и сказали, пора за валидольчиком идти. Ха-ха. Ладно, ха-ха. Ха-ха. Пап-пап. Не, серьезно, кто знает, кто такой Нэш Бриджес, кто помнит, пожалуйста, напишите в комментах. Пусть не я один такой буду. Мы можем передвигаться друг к другу, ты где? Ты где? Я с каким-то странным соседом с двумя. О, чувака слайм. Зачем мне к тебе, если я усе... Ладно, пойдем. Блин, мой дом сгорел. Пошли ко мне, говорили они. Будет весело, говорили они. Raining tacos. From the sky. Tacos. Jesus Christ. It's raining tacos. О, надо до транса до меча. Из-за этого лишь мне.
дождь из тако. Вы чё, ребят? Кто-то умрёт в одной минуте. Бля, не хочу. Нет, это вроде не я. Ям-ям-ям-ям. О, тут уже два рейнинг такос. Фишка в том, ребят, что некоторые игры, они настолько въелись в нашу сущность. Нам, ну, мы сюда приходим, потому что тут весело, с одной стороны, с другой стороны, потому что, ну, это какой-то такой привкус ностальгии, и, ну, здесь приятно находиться. Я не знаю, ребят, пишите в комментах, что вы об этом думаете. Вы, вот, кто приходит смотреть эти видео, вы их смотрите по какой причине? Вам тут, вам нравится наш контент, вам нравится Roblox? А что? Это событие. Да? Да, это событие. Не бойся. Блин. Ты что, напугался? Блин, это было стрёмно. Будет еще бомба? Ну нафиг. Бананы лопала бомба. Е-е. Не надо ко мне бежать. Я тебе хочу. Нет, обойдешься. Привет. Привет. У меня вот что есть. Слушай, не достанешь. Я тебе пятки пощекочу сейчас. Чувак вообще упал. Он в шоке. О, вон тебе, он ходить не может. Он дотронулся до слайма. Он теперь умрет там. Где там? Видишь чувака на замке сверху? Он дотронулся до слайма случайно. Теперь он ультрамедленный черепах. Он только что чуть не умер. Чувак внизу задыхается или что там с ним происходит? Чего у него столько мало жизни? Блин, мне повезло. На ней? Вот эта штука, она, знаешь, у меня... Что это было? Блин, болен же. Видимо, да. У меня просто этот вращается... Меня вытащили. У меня вращается просто этот... Уйди! Питомец и... Тупик в развитии. Почему меня из моего шарика выкинули? Потому что ты телепортировался ко мне, потому что ты был Шиндейрунони. Спасибо. А чё ты так это... Запрыгни на какой-нибудь домик. Да не, мне тут хорошо. Мы чё, втроём остались? Чил. Эпик чил фейс. У нас пятеро. Эпическое лицо, пятеро. О, это... Бой с мешками. Снежкомет. На, получай. Ладно, проси. О, там у чувака мало жизни, давай в него стрелять. Давай, где он? Вот там кто-то вон там, вот сверху, сверху. Блин, ау! Не вижу отсюда. Нет, я ухожу, оно меня обидело. Мне там только не стреляй. Мам, забери нас, тут девушки. Ладно. О, блин, ну хорошо то, что вовремя убралась, а то бы ты мне по щам дал. Я могу. Что, блин? Кстати, шарика больше нету, стекло разломалось. Я знаю. Amazing. Так, тут газ, тут лабиринт, что за скелет, я не помню. Нет, он танцующий. Погоди, что? Это новое испытание, Darkness Shroud, его параноид. Чего? Тьма разрушает твой параноидальный разум. Что-то мне это не нравится. Хорошо, что у меня есть фонарик. Перестань скелета убивать, он же просто танцует. Ты что надел? Ты ему руки отрубил. Я его убил, да. Я монстр, нет! У тебя же нету флейты, да? Не надо! На, не туда, не ребят! Помогите! Не надо! Уйди! Ладно, давай будем друзьями, пожалуйста. Давай договоримся. А кто еще остался? Погоди. Я сейчас убью этого того, кто остался. А где он? А, вон. Я его убью. Не! Я не понимаю, почему я не долетел. Как ты так?
Я просто не знаю. Так, ладно, давай One HP. Деньги хрямы. Я не знаю, как я сдох. Я вообще хотел перепрыгнуть по-человечески. Я сейчас куплю два яйца и сделаю себе легендарное. Давай. Потому что я иду делать легендарное яйцо. Сейчас удачи. Начинаем через 2 секунды. Я его открываю. Так. Мне выпадает... Тебе что? Выпадает... Что? Ну что же это, говори. Шторм. А, у меня точно такой же, как у тебя, смотри. О, точно. Когда кто-то умрет, его домик исчезнет. Ну не только домик, а собственно... Я могу 15 менять, смотри. Это так случайно выходит. Блин, опять тьма. Да ёлки, я... Пошли ко мне, у меня костер. Пойдем. Давай открываем дверь и заходим, у меня костер. Давай не будем драться друг с другом, давай мир исключим. Все, сидим, палим ёлку. О, у меня пингвин есть? Слушай, что-то мне не нравятся эти звуки. Да? Мне тоже не особо. Блин, домик пошире бы немножечко сделали, было бы хорошо. Посмотри сюда. Прикольно смотрится, кстати, как оно вокруг тебя летает. Прикольно. Суприм. Блин, там домик. Нет, не иди туда. Куда? Погоди. Да, иди туда, все. Мы сейчас умрем. Быстро залазь на этот домик. Нет, это прозрачная стена. Ты умрешь. Это прозрачная стена. А что происходит? Ты застрял в углу дома. Зачем стой, нам... Стой тут. Ты больше не выберешься. Нет. Твой дом уходит. О, блин. Прикинь, почему не выберусь? Наш дом шел в черную дыру. В этот портал. Убери свой молоток отсюда. Он меня бонькнул по голове. Говорят, у человека с маленькой головой не такие уж и большие мозги. Спасибо за поддержку. Я всегда знал, что ты на моей стороне. Или у тебя шляпа такая большая. Просторная. Даже шляпа не особо-то большая. Да, она просторная просто. Ты же знаешь, женские сумочки, они вроде маленькие, они бесконечные, но на самом деле. Бездонные. О, кто-то толстый. Слушай, к нам идет чувак с мечом. Нет, он не дойдет. У нас сейчас фейерверк выстрелит. He shall not pass. Нет. Ты меня заблокировал своим широким телом. Я мог телепортироваться, пока я летел. Ты меня, блин, заблокировал своим широким телом. Если бы я вовремя посмотрел, что я могу телепортнуться, я в темноте не увидел, что у меня телепортатор есть. Ах ты ж. Это было обидно. Дважды. Я, короче, хочу шторм орбит. Давай манор, все, это новый. О, это новое что-то, давай посмотрим. Это вроде такой огромный особняк. Ну, маньор, да. Да, спасибо за мой хороший перевод. It's raining tacos. Опа. О, там костюм. Блин, я в этом моде никогда не был. Мне бы не хотелось самым первым умереть. Блин! Второй этаж, наверное, есть. Я не хочу в ту дверь идти. А тут... О, тут есть второй этаж, да, пойдем. Еще заблокирован везде. Ой, тут кто-то очень подозрительный на картине, смотри. Что за... У нас One HP? Да, One HP. Иди ты! Он тебя убил? Он просто вытащил ружье. Блин, понаблюдай за тобой. Нет, сюда не хочется идти. Ты живой? Да, живой, вижу. Мне вот интересно, что если потянуть все до... Ааа, он своего друга убил случайно. А, почти убил. Я сюда ухожу. Подвал! Давай, подвали. Слушай, посмотрим. Что-то мне не нравится это место. Может, вот. Ты сможешь кого-нибудь принести в жертву? Сильверы!
портал, у меня хилка. Есть. Что, за, что этот портал делает? Что если я в него войду? Не знаю, все выглядит очень прикольно, атмосферно так. Где я? Я так и не узнала, этот рычаг что-то не двигается больше. Нет, ты видишь, там, по-моему, шкала заполненных огоньков или как-то оно там выглядит. Двигая рычаг, эти огоньки заполнялись. А что изменяется вообще? Убийца идет. Блин! Шериф должен его остановить. Блин! Блин, лайфлайн! У тебя отрезали лайфлайн? А, нет, нет. А, это не с тобой. У, хорошо. Тут портрет Шрека! Тут портрет скалы! Хорошо, ты что делаешь? Нет! У него пистолет! Промазал, промазал! Еще раз! А, ты убивец? Да, я убивец. Я всех буду убивать. Там чувак сверху был с лайфлайном. А, ну, можешь этого убить, ладно. Ты тогда двоих убьешь. Есть, ты победил, потому что ты всех убил. Я случайно, я не хотел. Бу-га-га-га-га-га-га. Давай. Вот это мне нравится. Да, с мостиками стало весело. Вот два новых режима. Так, что мне выпадет? Metal Nancy. Metal Gear Solid. Теперь у меня будет имя на моем доме. Так, я бы не хотела на самом деле ничего из себя убирать такого. У меня хоть. Что у нее на поясе? Погоди. Я хочу посмотреть, что у меня такого есть из декорации. Что-то не рассмотрел, надо будет потом в записи посмотреть. Итак, мостики выбраны, да, отлично, поехали. Мостики рулят. Пока что. Что ты сказал? Кольца! Кольца! Кольца, стой! Кольца рулят. Так. What did you say? Блин, этот чувак с драконом меня пугает, уйди. Он тебя совсем раздраконил, да? Все, я ухожу отсюда. Шутки за 300. Ёлки! Иголки. Слушай, я застряла, помоги. Как мне выйти из этого лабиринта? Где вы... Отдаляешь и выходишь. Слушай. О! Ха-ха-ха, у меня получилось. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутила. У меня что, дом отжали? Я не знаю, мой дом вообще в лабиринт превратился. Меня дома отжали, прикинь. Очень жаль, я посижу пока что на этом пустом домике. Я иду на Марс. Да. Я не хотела падать, я случайно. Как там знаменитые последние слова? Так, чуваки, давайте вы там друг друга убьете, я выиграю, и на этом типа будет все хорошо. О, еще кто-то упал. Что? Меня этим лучом начало бить, потому что я типа был ближайшим к этому лучу. Но сейчас я могу отойти. Я не буду ближайшим к этому лучу. Что хорошо. Угу. Кто-то еще упал. Угу. А мина это... А, я понял. Просто положить ее, да? Я пингвин? Я сейчас понаблюдаю за тобой, интересно, как ты там умрёшь. Блин, темнота. Я знаю, что я пингвин. Спасибо за последние новости. Ты на перевернутом доме. Спасибо, тоже заметил. Короче, сиди тут. Да я это и делаю, я еще и пароход к себе заминировал. Я сейчас попытаюсь узнать... слушай, это... Ты сделал большую ошибку, то, что ты к себе пароход заминировал. Если кто-то попадет на эту мину, которая рядом с собой, ты умрешь от этой мины. Я не рядом с собой ее положил. Я положил посередине. Слушай, ты походу умрешь через 40 секунд даже. Если они сами друг друга не убьют, у них у обоих мечей не сражаются в доме. Так, они перестали сражаться. А что если я постреляю? Нет, ты не туда попадаешь. Вот, почти, давай. Вот, я вижу, кто-то снежками по мне кидается. Да туда просто немножко правее. Да. Нет, левее. Блин, ну он сейчас выиграет. Они. Я имею в виду моя цель. Я ее сейчас не убью, я оно сейчас это. Ты почти попадаешь по нему. Да просто немножечко ты еще умер.
Нет, но сейчас. Да. Очень жаль. Все равно проход заминировал, так что. Ладно, я думаю, тогда на этой темной ноте мы можем закончить сегодняшнюю серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправи, всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.